Последняя декада июня ежегодно становится решающим моментом вступления во взрослую жизнь для всех выпускников страны. Ведь именно в это время в каждом вузе начинает работать приемная комиссия. Хотя многие абитуриенты еще не получили на руки аттестаты, документы в Дальневосточный федеральный университет уже подают. Пока говорить о конкретных цифрах приема бессмысленно. Однако сотрудники вуза все же прослеживают некоторые тенденции в своей сфере. Плюс происходит ежегодно процесс, что абитуриенты смотрят за тем, что происходит вокруг, и как только какая-то отрасль промышленности начинает развиваться, соответственно, появляется со стороны абитуриентов интерес к этим направлениям подготовки. К слову, для студентов набора 2018 года ДВФУ приготовил ряд новшеств. Так планируется впредь оценивать результаты обучения не только тестами, но и профессиональными практическими задачами. И ни одна образовательная программа не обойдется без пункта «Проектная деятельность». Теперь к услугам каждого студента, работающего над проектом, коворкинг, производственные цеха и самое современное программное обеспечение и мощности, вроде того, что мы увидели и засняли на весеннем хакатоне. Ну а пока студенческая семья готовится к пополнению, приемная комиссия университета строит свои прогнозы. В этом году мы ожидаем повышенный интерес к кораблестроению в связи со строительством завода «Звезда» в Большом Камне. Соответственно, так как начали оживать агрохолдинги, мы ожидаем, ребята, что пойдут на соответствующее направление подготовки, там, биотехнологии, пищевые технологии и так далее. В целом, абитуриенты, с которыми удалось пообщаться в съемочной группе, довольно точно и цельно представляют себе дальнейшую учебу. А кто-то строил карьеру еще в своем далеком детстве. Ну, я очень давно планировал поступать на архитектуру. Я когда поехал в Китай после 4 класса, мне пришла эта мысль в голову. И после этого я закончил художественную школу, все пятерки золотой лиры. Потом вот весь этот год ходил на курсы ко вступительным испытаниям, чтобы пройти экзамены успешно. На сегодняшний день приемная кампания в ДВФУ еще не успела развернуться в полную силу. На первых порах, согласно сайту вуза, документы на поступление подали 120 человек. Это первый поток. Ну а как проходит зачисление в стены Альма-Матер, мы расскажем в следующих сюжетах. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.